добренько. Всем добренько. Не-не, не паштет, это обычная тушенка. Ну, сейчас, давайте вот я ее найду в Пятерочке. Должна быть она, блядь. Блядь, ну это... Да какой, блядь, филе индейки, нахуй? Сейчас найду. Вот такая банка. Да-да-да, вот это, я вот эту хрень ем. По 80 с чем-то рублей. Не, там нормально, там одно мясо в этой индейке. Одно мясо. Я сейчас принесу ее. Нет, это охуенная индейка. Это хорошая индейка. Одно мясо. Да индейка она охренительная. Да, это она. Индюшка. Я ее называю индюшкой. Так, где там у нас это? Сейчас покажу. Тут мясо одно. Видите? Тут нет жира. Тут жира вообще нету. Она охренительная. Это индейка охренительная. Пахнет вкусно. Вот есть прям. Они не всем нравятся, мне нравится. Вот батя нравится. Ванамас. Странник Артур. Я периодически смотрю. На сайте знаком с индюшкой я поищу потом. Мне просто мало кто нравится. Сколько тебе зарплаты за... Кто бы мне платил за рекламу консервы? Если бы мне заплатили бы еще за рекламу эту. Если реклама бесплатная... Ну, значит, это честная реклама.